Георгий Урский вместе со своей семьей проголосовали за команду, которая, по их мнению, может продолжить реформу в Молдове. Увидев нас, маэстро прослезился. Голосуем за лучшее для нас, за наше будущее, поэтому нужно идти на выборы. Участвуйте в выборах. Если это смог сделать Георгий Урский, значит и вы тоже сможете. На этой неделе и другие деятели культуры призвали граждан принять участие в голосовании. Сегодня граждане Молдовы решают, по какому вектору будет развиваться страна в будущем. Анна Смолницкий, Виталий Драголин. Сегодня в Молдове.